Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение сетевой партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется прямо сейчас в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Так, мученика должны убивать. О, нехорошо. Готов. Прачника, по идее, не должны убить. Капаем. Будем этого дуболома бить. Так, а куда я решил все-таки? Ага, там голландец. Надо на камень ставить один город, а второй город сюда ставить. Мешается тут Буэнос-Айрес, конечно. А, так. Тут поселенцы достраивают. Тут канун будет. Где-то мое озарение. О, неизвестный игрок. Так, ну, из районов только я построил два... три кампуса уже. Нидерландец 2, либо библиотеку, не знаю что. И кто-то построил священное место. Неизвестный игрок. Блин, вот не знаю, убьет он прачника. Кстати, может убить. Нет, не убил. Здорово. Отличненько. Тогда делаем так. Убиваем. Пока стоим, лечимся. Подходим. Подходим. Может, даже лагерь заберем. Вся через сады. Это в Голландии, что ли, закончил? Да, угу. Так, ставим город тут. Исследуем территорию. Значит, голландец сверху. Ладно. Что дальше открывать будем? Давайте в ученичество пойдем. У меня уже два рудника есть. Мне еще один надо построить. Ну и вот этим рабочим пойду. Тут вырубать медь, строить рудник. Мне нужны рабочие. Конечно. Да, тут хороший город будет. Выглядит во всяком случае... Ну, нормальный, я бы сказал. Хороший, не совсем хороший из-за тундры. Но в перспективе серебро дотягиваемся. Вот салон, правда, где ставить. Тут, наверное, ну... Тут это плохой будет салон, потому что я не могу вокруг него фермы строить. Так, до великого ученого два хода. Пророка 4 очка кто-то. Кто так вообще 4 очка пророка делает? Нифига себе. Так. Аккуратненько подходим. Аккуратненько стреляем. Убьем. Должны. Отлично. Так, Рейна у нас сидит. Здесь рабочего перекидываем в Кёнджу. Давайте, наверное, начнем вот убирание этих коров. И центр коммерции. Давайте, наверное, здесь. Здесь, конечно, круче, потому что... Вообще, да, давайте подождем.
Кстати, давайте я куплю эту клетку. 55, а в чем жру? 40. Выкуплю клетку, сейчас я свою рабочим стану, вырублю ее для кенджу, и здесь кенджу поставлю коммерческий район. Так что отложим здесь строительство. Тут еще места интересные. Может, все-таки на побережье тут город поставить лучше? Надо с этим подумать, с этим городом. Ну, все-таки давайте сюда ставить. Да. Так, вот и великий человек. Три озарения случайных. Образование, машиностроение, ученичество как раз и судостроение. Ну, не знаю, я это все и сам мог ускорить, честно говоря. Мне бы вот лучше строительство, инженерное дело. Ну ладно, открылось так открылось. Давайте ученичество и потом судостроение откроем. Так, здесь еще ждем. Тут дополнительная еда рядом с Савоном. Так. Глянем, что тут у нас. Каныне тоже надо. Центр коммерции. Но здесь вот центр коммерции надо... Блин, холм, конечно, жалко. Но надо тут ставить. Потому что будет рядом политическим районом. Поэтому... Строим центр коммерции тут. Ну, у меня тут янтарь. Ну, судя по всему, голландцы тоже неплохие места. Тоже очень неплохо. Да, так и знал, что скаут убьет меня. Дуболома, жаль. У меня, кстати, ни одного дуболома нету. Теперь. Так. Ну, мне, честно говоря, хочется сюда город поставить. Все, с городами закончили. Наверное, центр коммерции пока здесь сделаем. Так, а голландцу какой ученый достается? Озарение, математика, ну, тоже неплохой, кстати. Почему у него 3-4 у него? Он, кстати, очень быстро в эти вот в политическую философию ушел. У него уже давно античная республика. Пойду тут под Магнусом заниматься вырубкой всякой. Так, здесь строителя делаем. Видите, сколько у меня веры капает постоянно каждый ход. Я в героическом веке, если я выйду, конечно, в него, этой верой себе кучу рабочих накуплю. Это вот почему стоит банить эти пантеоны. Кстати, 41-й ход еще никто не ливнул из случайного лобби. Я хочу сказать, это прям чудо какое-то. Этот варварский скаут атакует мой город. Но это просто потому, что мы его лагерь захватили. Поэтому скауты агрессивные и атакуют.
Крыл ученичества. Первая в мире технология новой эпохи. Так, мы уже в нормальном веке. Осталось набрать 12 очков для героического. Убирание улучшения не стоит заряда. Можно спокойно это делать. Защиту. А, нет, один дубал у меня все-таки есть. Так, ну тут джунгли у него. 26,6, это 26,8, 16. А здесь Савон. Наверное, вот сюда надо ставить будет. Ну и вот больше так города мне ставить некуда на самом деле. Я буду играть 6 городов, даже не в 7. Тут будет последний здесь город у меня. Как не жаль. О, отличный ученый для меня. Достаточно жилья в Каныне. Ну, давайте на производство все уберем. Так, возвращаемся дуболомом на всякий случай. Здесь собираем скот. 5 жителей становится. И строим рынок пока. Нам надо до 7 жителей вырасти, чтобы политическую площадь здесь сделать. Здесь идем к меди. Ну, здесь, наверное, производственные поставлю. Не знаю, еще подумаю. Так, коммерческие районы. Чисто производство. Рост производства. Отличненько. Давайте смотреть по счету. Империя 45-44. Но у меня больше всего городов, судя по всему. Из всех. Все, с варварами тут разобрались. Кто-то ГГшку захватил. Берем олигархию пока. Ну и пока юнит идет, можно изоляционизм поставить, в принципе. Поселенцы больше не нужны. Производство против варваров. Давайте морской юнит построим в столице и плюс 2 влияния. Нормально. Нормально. Пока тут довольно долго еще поселенец будет идти. 4 хода. Можно как раз что-нибудь открыть. Один ход. Давайте в оборонительную тактику. Там за один ход что-нибудь откроем. Вообще чудо света тоже было бы неплохо построить. Я думаю, что я выйду в героический век и без всяких чудес. Так, давайте тут галеру пока. Так, тут у нас районы будут. Тут мы ничего не трогаем. Здесь 2 заряда, у этого 1 заряд. Ну, предположим, и этот один. Ну, тут надо оставлять и медь вырубить, и потом шахту построить. Так что нужны заряды. Так, куда у нас идет? Ага. Здесь, значит, постоим. Я поставил 100%, да? Да? Морские юниты. Так, вон город японца.
Ну, некуда мне больше ставить города, все. Это как бы предел, действительно, это будет последний. Мне даже нечего захватить. Это все японские города, там голландские. Давайте дружбу предложим голландцу и японцу. Я как бы воевать с ними не хочу. В любом случае, не сейчас. Артемида построили, я судостроение открыл. Так, все остальное у меня не ускорено, да? Вот я дебил, а зачем я тут... Тут надо было коммерческий район ставить, что я за дебил? И соседство с гаванью просрал. Отлично просто, просто молодец. Так. Давайте пока астрологию откроем. Отличный коммерческий район. Вот тут был бы офигительный. И соседство с рекой, и с политическим районом, и с гаванью. Нет, надо было туда поставить. Зачем? Может, здесь салон? Кстати. Какие тут варианты вообще по салону для этого, для Сеула? Здесь? А, ну здесь он будет с центром города. Тоже будет, он будет плюс 3. Надо здесь ставить салон, похоже. Надо купить эту клетку. Глянуть, что там вокруг вообще. Так, ну Нидерланды меня тут догоняют по ученому. Ну вот в данном случае вполне можно и проект провести, кстати, в салоне. Это тот ученый, ради которого проект очень даже неплохо будет. Посла. Пока никуда не отправляем. Давайте еще одну галеру. Один ход. И поменяем карточку. Вот военную традицию откроем. Исследуем тут территорию. Отбегал. Давайте, наверное, с Канына отправим. Рынок. Навигацию позвольте. Один ход всего. Откроем. Так, я первый, кто коммерческий район построил. Очень интересно, ребята играют? То есть вообще настолько деньги не нужны. Еще и классный торговец, между прочим. Да, тут надо бы проект провести, я думаю, в Кёнджу. Всего 3 хода. Так, голландец принял декларацию дружбы. Сорян, Япония. Я ж не видел. Так. Давайте. Следовательские гранты. Сделаем. Да, и у меня как раз, видите, военную традицию. Следующий, я пока не могу город поставить, но следующим ходом уберу черную карточку. Уберу 100% к строительству морских
юнитов. Так, это собираем. Устроим, потом сюда идем, тоже собираем. Ой, сколько я рабочих куплю. Так. Кинь, блин, Буэнос-Айрес купил эту клетку. Очень плохо. Ну и где мне салон тогда строить? Здесь хреново на самом деле. О, блин. Неудачно. Здесь? Здесь? Да нет. Получается, только здесь остается. Вот, блин. Коммерции завершен. Навигацию по звезд. Три разных спецрайона. Ну, давайте пока начнем открывать потихоньку. Ну, конечно, политически тут надо. Но не хватает жилья для того, чтобы до 7 вырасти. И вырубить мне нечего. Ну, могу, конечно, пойти вот это болото вырубить. Вообще, наверное, придется. К сожалению. Так, там японец случаем армию какую-нибудь не копит. 125, 121. Голландец вообще без армии. И норм себя чувствует. Так, кто-то сейчас выйдет, я так понимаю. Ну. Нет, никто не вышел. Здесь. Да, извиняюсь, шахта дает не две науки, а одну науку. Тут просто еще одна наука от железа идет. Так, меняем. Давайте поставим. Создание строителей. А сюда. Это пока содержание юнитов. Дальше открываем оборонительную тактику. Хотя, может, исторические хроники. Ну, вообще, с чудесами света. Что я могу построить? Ни хрена я не могу построить на данный момент. Да, ну вот это вот вся моя территория, собственно, я ее и занял. Тут каких-то других вариантов по расселению и нету. Так, надо пойти это болото вырубить действительно. Или нет, давайте сначала обработаем алмазик. Так, сколько там ходов? И мне не хватает 4 очка. Надо апнуть в мечника, например. Уже очки. Что-то еще мы тут сделаем. Сейчас вот великого ученого возьмем. Торговца, наверное, тоже возьмем. Да? Все нормально. Итак, мой ученый.
Здорово, кто там достается голландцу? Бонус к вере для этого района священным местом также дает меня. Так. Что у нас? О, библиотечку тут тогда. Все библиотеки дают плюс одну науку. Здорово. Так. Ну, интересно, японец расселился, конечно. Через пролив какой-то получается. Так, здесь покупаем клетку эту. Вырубаем медь. Что ж с салоном здесь в итоге? Вообще, я бы вот здесь салон строил, на самом деле, вообще. Пойдем туда. И тут сохраняем производство пока. И там кто-то ГГшки захватывает. Да, здесь отложим производство. Блин, я бы даже ученого и безвизительских грантов получил. Так. Ну, я бы все равно тут закончил исследовательские гранты, на самом деле. Потому что этого ученого... Хотя... Давайте отложим исследовательские гранты и рынок тут добьем. Потом. Исследовательские гранты мы всегда успеем сделать. Так, вообще, мне бы черную карточку сейчас поставить. Опять... Давайте что-нибудь быстренько откроем. Мистицизм, например. Строителей я сейчас в героическом веке буду за веру получать просто. Так что... За 10 ходов мне осталось... Три очка набрать, как-нибудь да наберем. Да, интересно. Ну и Кагама, он как-то странно отдельно поставил. Очень интересная карта. Я, пожалуй, лучником вернусь. Рынки заканчиваются, здесь терпим для Савона. Блин, я вообще болото хотел. А, ну... Сначала, конечно, алмазы. Политическую площадь. Ну вот как я вот с коммерческим районом здесь ложанул, это эпик. Коммерческий район эпично. Эпично фигово поставил. Ну и надо будет тут Магнуса как-то пересаживать уже. Вообще, к вырубке не так и много здесь клеток оказалось. На самом деле. Да. Так, меняем. Хотя тут строителей все-таки или убрать. Давайте поставлю. Хочется все-таки строителей поднастроить. Тут изоляционизм ставим. Что вот это вот такое, вот это вот, вот это. Реально очень странная карта. Пойду-ка все-таки в исторические хроники. Сначала. Тут у голландца еще... Место, куда города ставить куча.
рынок построен. Строим торговца. Рынок построен, строим торговца. Что там с ученым? Блин, я его догоняю. Я не хочу этого ученого брать. Коммерческий район только первый игрок построил. Ничего себе. А что? А что ты, вот что они делают? Чудеса строят? Я не понимаю, реально. То есть, из района вот один построил военный лагерь, да. Так, давайте я курс закончу. Один. Тут вот кампусы. Ну я-то понимаю, почему я кампусы построил. Один построил священный. Все остальные, по-моему, вообще без районов играют. Такое ощущение. Выкуплю, потому что мне важны именно шахты, отдающие науку. Спокойно, за Корею развиваемся, никуда не торопимся. Поможем Японии с варварами. Так, ну вообще, что-то... Так, тут великого человека берем. И одно очко мне осталось, в общем-то. Так, из Чонджу отправим. Так, тут дополнительный торговый путь. Здорово, давайте, собственно, и построим его. Так, здесь строим шахты. Давайте болото все-таки осушим для политического района. Так, в Сеуле построен салон, амбар, монумент. Ну, давайте, не знаю, центр камень, давайте монумент. И мне еще, наверное, в Чонджу сторону бы монумент. Тут не отваливается он по лояльности случаем. Плюс 9,3. Пойду. Давайте все на производство. Бля, почему я тут хреново клетку обрабатывал очень долгое время? Так, где у нас еще жилье? В Чонджу. Там, так, на производство. Новый район. Взяли великого человека. Ну, мне, в общем-то... взять, например, апнуть этого мечника, и вот вам героический век. Так что героический век я уже точно выйду. Там кто-то взял защитник веры. Да, Дик Чиз. Делать дружбу. Что-то все так на веру насели внезапно. Все так... Вот видите, все в защитника веры неслись. Кабанчиками. Так. Сюда Кёнджу отправляем. Здесь строим шахту. Так, у нас из Канына бегает и из Чонджу бегает. Давайте из Пхеньяна отправим еще. И из Сеула.
Так. Может, тут пока постоять с лучником, просто чтобы варвары не появлялись. Здесь торговец готов. Оракул. Нет, пожалуй, не буду оракул строить. Ну, давайте. Вот давайте амбар сейчас построим. Амбар. Амбар. Образование открыли. Мельницу, древние стены. Короче, в машиностроение идем. Ходов 6. Не, ну этого ученого должен голландец брать. Вот это хреновый ученый торговец, но с другой стороны, я вот, например, янтарь смогу копию сделать где-нибудь тут. Так, из Пхеньяна отправляем. Из Сеула отправляем. Ускорили средневековый. А, вот и бонус устремления. Все. Героический век, здравствуй. Сейчас из Каныны бегает, из Пхеньяна бегает. Из Чэнджу не бегает еще. Японец только сейчас декларацию дружбы увидел. Или специально ее откладывал, не знаю. Но за Корею, чем дольше вы не воюете, тем лучше. Так, в Каныне амбар. Пхеньяне салон завершен. Амбар. Менять. Хотя, блин, что-то я строителей не строю нифига. Давайте просто производство поставлю. Так. Чунджу. Можно рост ставить. Чунджу отправляем. Достаточно довольства, ничего себе. Надо это серебро как-то начать обрабатывать. А, японец в гавани пошел. Блин, может он еще и фрегатами планирует на меня напасть. Не, ну если он уже сейчас дружбу принял, то как-то странно было бы нападать фрегатами. Амбар завершили. В рост я поставил. Давайте. Что? Универ строить, блин, ну универ рановато. Давайте монумент. Тут у меня с культурой вообще печаль. Он про кого? 10 городов. У японца 6. У
голландца вообще 4. Хочет пряности, просто единственные у меня пряности за 7 золота вход. Так, 80, а здесь тоже 80. Так, ну я дострою тут монумент и потом уже политическую площадь сделаю. Так, вот здесь нужно салон строить. Первое, кстати, я ни одной руинки ж не нашел в этой игре, между прочим. Тут у голландца куча сверху территории. Ну, посмотрите, офигительная генерация карты. Просто зашибись. Он 4 города играет. Какой молодец. Не, ну этого ученого он заберет. У нас разница тут почти, ну, 18 очков. Он заберет. Торговца я заберу. Так, забыл, как всегда, на запись нажать. Можно сказать, что вы пропустили. Я взял великого торговца, ну, такого фигового. 50 веры дает и копию бесплатного ресурса. Веду его вот сюда пока. Точно уже в героический век выхожу, следующим ходом начинается, политическую площадь уже строю. Все нормально, дружбу он с японцем заключили. Открыли машиностроение. Магнуса можно будет и сюда перевести, или в Канын лучше. Сейчас, наверное, уже перебросим его в Канын. Тут вполне можно эти клетки и в Каныне вырубить. Нам бы еще Лян, кстати. Вот сейчас надо будет Лян нанять. В связи с тем, что мы в героический век выходим. А, ну может тут и не так много клеток. Может я погорячился, но вообще выглядит неплохо. Так, 48, у голландца 56. То он там так в эту... Так, трайхардит науку прям. А у меня так чисто. Ну, могу савоны поставить, ставлю. Не могу, не ставлю. Героический век. Вольнодумство, перо и кисть, монументальность. Берем. Так, недостаток жилья, недостаток счастья, исторические хроники открыли. Можно ставить бонусы соседства плюс 100. Вот сейчас сразу 81 наука. Как вам нравится это за салон? То есть каждый салон еще начал 4 науки сверху давать. Просто... на ровном месте. Жорвинка. Так, мне надо разместить лям.
раз в Кенджу, наверное, ее и размещу. И только потом тут покупать за веру этих рабочих. Так, исторические хроники открыты. Оборонительная тактика. Конечно, гильдии, но вот я, у меня с культурой плоховато. В этом плане. Наука хорошо, а вот культура я плохо иду. Что дальше открывать будем? Давайте военную инженерию. Акведук я не буду строить. Так, откроем. Найдем селитру. И вот как только Лян усадится в столице, надо просто по максимуму рабочих фигачить. Так, что я тут набил опять? Ученого. Неплохой ученый, в принципе. Дает озарение для двух случайных технологий, вдохновение для научного института Средневековья или Возрождения. Картография, массовое производство, морская традиция. Марк Лициний Крас кому-то достанется. Там у Нидерландов, кстати, театральных площадей 2 или 3 штуки. Я не пойму, какая-то карта. Может, она на континентах, что ли, играет? Да не, вроде Пангея была. Странно. Один ход, и я могу еще какой-то район построить. Давайте универ пока буду строить, потом, может быть, даже промышленную зону организуем. Ну вот давайте глянем. У меня 83,5. У голландца 60, несмотря на то, что он тоже в героический век вышел. Понимаете, на 25 науки больше. У японца 67. Ну, у него, кстати, нормально, более-менее. Он просто в золотом веке. Но он тоже явно монументальность взял. Не монументальность, а как он называется? Вольнодумство. Сколько у меня веры вообще? Торговца можно покупать. Ну, давайте подумаем, поселенца. Вот я могу где-то еще поселиться? Ну, здесь город вообще жалко ставить, честно. Не буду тут ничего менять. Ну, ребятки ругаются. Так, тут мы ждем, когда Магнус сядет. Блин, с этим модом, конечно, так себе. А? Видимо, кто-то из них все-таки скоро ливнет. Реальное ощущение, что мы на каких-то континентах. Центральную площадь сделать. Тут как-то совсем грустно. Ну, теперь тут оракул построить, тут театральную площадь. Давайте оракул я, наверное, сделаю. Потом там театральную площадь. О, Женева, отлично. Вот мне сюда нужно послов отправлять. Так, что-нибудь быстрое я могу открыть?
два хода оборонительную тактику откроем. Мне в Женеву всех послов, считайте, надо запупырить. Так, а что, как тут там лучше центр коммерции? Тут центр коммерции, тут гавань? Да. Именно так. Рынок. Салон завершен, амбар. Так, селитра есть. Даже уже одна под городом, похоже, да? Да. Здесь селитра. И вон вторая. Как бы еще вот эту вывешку встретить? Научную. Так, картографию ускорили. Блин. Надо еще мне построить этих галер. Ну что там, когда там лян? Два хода. Галу назначим силу. Следующим ходом у меня в городах будет счастье и жилье за счет того, что построю зал для приемов. Ну, я в Каныне и Чинжу, потом в Кенжу, когда тут лян сядет. Так. Правительственная площадь построена. Библиотека, Килоки, Сивани, давайте универ. Так, здесь Магнус сидит, в рост ставим. Тут Рейна сидит, в рост. Сюда Пингала еще идет, значит у нас Киньян и Чунджу без губернаторов. Ну давайте Викторов Киньян тогда. Дальше открываем морскую традицию за один ход. Здесь ставим на один ход первого посла. И давайте, наверное, плюс 100% к производству морских юнитов. Пока. Вот почему, кстати, у голландца еще куча науки, потому что у него это научная ГГшка была рядом. У меня сейчас еще больше станет. Просто улетание какое-то будет происходить. И тут, конечно, надо бы открыть соседство. Здесь бонусы соседства для центра КМ. Вот, ну, поздновато. Еще, наверное, героический век закончится. Сейчас делаем рабочих тут и все обрабатываем вокруг. Что, оленей, кстати, вырубить можно. Но уже без Магнуса. Магнусом тут, о, что-то мы стоим, ждем уже. Магнус пришел. Так, это же клетка к Канену относится, да. Так, покупаем рабочего. Так, а что Женева хочет? Какие
озарение для военной тактики, а тут строить военный лагерь. То военная тактика. Да. Это вряд ли. О, сейчас кто-то ливает. Лач Рэббит Муз. Наверное, вынесли все-таки чувака. Хрен на себе, где японец город поставил. Ничего себе. Ну это реально какой-то континент, это не Пангея. Амбар. Может мне танчики все-таки построить? Так, пошли в гильдии. Ну, нормально люди общаются. Так, еще одну галеру, и можно будет открывать. О, торговца можно купить. Так, ну по-моему у меня из всех городов Чонджу бегает, Пхеньян бегает, Канын. Будем считать, бегает. Чонджу бегает, из Сеула бегает, значит из столицы только не бегает, в общем-то тут и покупаем, как раз за веру. Опять кто-то ливает. Еще строители здесь. Нет, никто не ливнул. А, нет, голландец ливнул. Ну, он просто, наверное, видит мою науку и понимает, что я в танки выйду раньше него просто, вот и все. Ну, не угнаться за Кореей, что сделать? Не угнаться. Просто слишком круто. А, вот еще откуда культура. Ну, у них тут научные ГГшки, культурные ГГшки, все есть. Вот мы с голландцем не будем... Блин, да что за... Торговец бегает. Так, Виктор в Пхеньяне. Ну, нам надо еще кого-то одного. Давайте, наверное, Амани назначу. Чонджу. Пока так. Так, и тут можно открыть картографию, я думаю.
Универ закончим. Слов пока не отправляем. Мне надо вот ту вторую ГГшку найти. Научную. Да. Я ж не знал, что мы на континентах играем. Ну, тем не менее, не знаю, кто тут со мной может тягаться. У голландца, кстати, неплохо с культурой было. То есть, единственное, что он мог раньше выйти в армии и корпуса, и, ну, не знаю, кстати, могут ли корпуса, например, кавалерии против танков. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!